вы, каждый из вас, может исцелиться моментально, самостоятельно, просто приняв решение. И у нас сейчас, дорогие друзья, будет реинтеграция на исцеление. Вы можете выбрать либо какую-нибудь одну болезнь, либо букет, и действительно через несколько минут стать здоровыми. Это более чем возможно. Зависит только от того, какое количество веры вы вложите в этот процесс. Если вы войдете в него со всей открытостью, со всей верой, в возможности вас, вашей души, в веру в то, что вы здесь не просто так, что вы здесь для чего-то большего, то исцеление произойдет. Если после процесса вы начнете щупать себя и говорить: так, я не понял, мне обещали, что будет что угодно, а я вешу столько же, сколько весил. Как весил 200 килограмм, так и продолжаю весить. Ну, значит, веры нету. Это, конечно, очень сильно смахивает на манипуляцию, но разница между тем, что я говорю манипуляция, а манипуляцией только в одном. Вы расслоитесь на три группы. Те, кто изначально сказал, что это туфта, и Довлатов нас сейчас жидко разводит, хотя непонятно, зачем мне это делать. Та группа, которая очень хочет поверить, но поверить себе не позволяет, и та группа, которая поверит. У первых двух групп ничего не произойдет. Их сомнения не дадут возможности произойти квантовому переходу. У третьей группы она будет не очень большая. Обычно она не превышает 20%. Будут результаты. И результаты моментальные и стойкие. Вы можете использовать текущее исцеление для того, чтобы исцелить вашу веру. А дальше ваша вера может творить чудеса с вами. Просто если у вас вера включилась, вы смотрите на себя, говорите: так, стройнеем, и стройнеете. Вы смотрите на себя: так, кашляю, лечим. Я здоров. И вы здоровы. Это можно и нужно. Итак, друзья, реинтеграция на исцеление. Выберите, что будете исцелять. Некоторые люди попробуют исцелить все. Это лучший способ себя продинамить. Выберите что-то одно. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и медленный, спокойный выдох через рот. Снова вдох и выдох. Пустите по телу волну расслабления от макушки до кончиков пальцев ног и обратно. Вниз, вверх, вниз, вверх, почувствуйте, как с каждой волной тело становится мягче, теплее, расслабленнее. Погрузите свое сознание в область сердца. Там любовь, благодать и покой. В центре пространства сердца вы можете увидеть маленькую, сияющую, кристально-белую точку. Начните приближаться к ней. И по мере приближения она становится все больше. И вот уж занимает собой все доступное пространство. Она светится кристально-белым, ярким светом божественной любви. Погрузитесь в эту любовь. Позвольте этому свету божественной любви омыть ваше тело снаружи и изнутри. Напитать каждую вашу клеточку, каждую молекулу. Позвольте себе раствориться в божественной любви. Растворите в ней свое тело, свои мысли, свои чувства и даже свое «я». И сейчас, когда мы растворены в свете божественной любви, наши души пообщаются, и ваша душа получит возможность моментально исцелить то, что вы выбрали, то, что вы считаете должно быть исцелено. И это произойдет через несколько секунд. Из белого света создайте свое новое «Я». «Я» Творца. «Я» человека, который истинно верует в свои силы и легко применяет их в своей жизни. Создайте эмоции уверенности и ликования от того, что вы это можете. Создайте свои новые мысли, мысли о том, что вам доступно все. И создайте свое новое тело, здоровое, стройное, крепкое, подтянутое. Почувствуйте единство тела, мыслей, эмоций, своего «я». Сделайте глубокий вдох потянитесь руками в сторону или вверх. Открывайте глазки. Возвращайтесь здесь и сейчас.